Продолжается эпопея с экстрейлом. Вот ход дошел до вот этой красоты. Все тут погнило. Вот как видим, спрело. Здесь. Ну, с хозяином было решено, что вот это вот все мы просто-напросто очень быстро и дешево сделаем. Каким образом? Будет стоять потом защита, здесь все замажется. Зашпаклюем шпаклевочкой. Сначала волокном, потом выведу такой шпаклевкой. И на этом все. Потому что менять, варить тут долго, нудно, скучно. Вариант такой, что вариантов нет. Поэтому будем рисовать. Иногда приходится и такие работы делать. Вот. Так что будем лепить. Вот такая красота получается. Частично удалил, там где фрагментов не было. Я вот такую сетку вложил на стекловолокно, нарисовал. Вот так быстро можно зашпаклевать, заштукатурить. Ну что делать? Понятно, что это все колхоз, но иногда по просьбам, так сказать, хозяев приходится такое делать. Очень редко, просто хороший мой знакомый попросил быстро сделать. Вот. Я объяснил, что это все ненадолго. Ну ничего. Вот так вот нарисовали уже арочку. Она уже на арку похожа. Вот дырки законопатили изнутри. Я прям очень хорошо толстым-толстым слоем мастики промазал боди 3/9. Потом здесь станет, еще раз повторюсь, защита. И опять же все тут обработается. Насколько, так сказать, это возможно будет качественно. Вот, и посмотрим, что получится из этого и насколько этого хватит. Продолжаем отшпаклевываться, рисовать. Ну, результат уже как бы есть. Еще раз прошелся шпаклевочкой. Теперь уже другой. Это черная шпаклевочка наша, ленинградская. Вот такая у меня фамилия, Джета Про, с карбоном. Она так неплохая и шлифуется хорошо, мягенько. Вот, наверное, уже по шпаклевке, можно сказать, вывелось все. Вот, перетрется, конечно. Все это еще не раз подшпаклюется, подгрунтуется, ну и я думаю, будет все нормально. Вот. Так что вот так вот лепим красоту. Церетели отдыхает, называется. Такая вот арочка получается. Вот финиш эпопеи с крылышком, с этим гнилым. Естественно, вот так я по вот этот кант красил, даже чуть-чуть вот сюда дальше залез. Лаком вот до сюда перепыл. Потом снял здесь. Вот такой был валик, вот это все заклеено было, ну и перепылил чуть выше. Вот здесь у нас опыльчик, это уже был переход по лаку, вот так. Вот все получилось. Вот теперь подсохнет, полирнем и все. Можно раскутывать и, как говорится, в бой. Вперед из песни.